компания Facebook представила новинку в сфере виртуальной реальности. Прототип VR-очков, но не тех громоздких, которые мы привыкли видеть. Прототип выполнен в формате и размере обычных солнечных очков. Но не все так просто. Компактный форм-фактор несет в себе немало проблем. Во-первых, непонятно, как они будут решать проблему искажения. Почему очки сейчас такие большие? Потому что в них установлены, кроме экранов, еще линзы Фреснеля, которые позволяют достичь эффекта глубины, погрузиться в виртуальный мир, видеть трехмерное изображение через плоские экраны. Они не используют линзы Фреснеля, соответственно, уменьшают форм-фактор очков. Следующий шаг, они используют не экраны, они используют голографию, что тоже несет очень много очевидных инженерных фундаментальных проблем, которые до сих пор не решены. Например, голография не позволяет достичь черного цвета. Голография цвета расплывается. Голография плохо передает цвета. Нынешние VR-очки имеют большой размер, и носить их бывает крайне неудобно, так как центр тяжести смещен вперед от лица. Замена современных VR-систем на голографические позволит снизить массу самих очков, а значит носить их будет куда комфортнее. То, что мы сейчас видим, например, на тех же Microsoft HoloLens, которые используют похожую технологию голографическую, там маленькая цветность, там нет передачи черного цвета, потому что голография не может черный цвет передать, она передает только естественные цвета. И там есть определенные искажения, потому что всегда пленки друг к другу наслаиваются, все равно ты видишь вот эту проблему между ними. Вот. Очень интересно, как они это решат, и если они это решат, это будет очень круто. К тому же на этом этапе разработок прототип новых VR-очков может создавать только монохромное изображение. Пока что это ранний прототип, хоть и полностью рабочий. Он нуждается в серьезной и длительной доработке. На это уйдет не один год. VR-технологии активно используются и в Казанском федеральном университете. С 27 мая по 9 июня КФУ проводил 6-й международный форум по педагогическому образованию ИФТ-2020. В последние дни форума несколько экспертов оказались в одной виртуальной комнате при помощи шлема виртуальной реальности. Такой формат проведения был экспериментом, который собираются реализовать в 2021 году. Лилия Талипова, Универньюз.